Здравствуйте! Сегодня я представляю вам роту Версаль, входящую в системы битвы фэнтези от технолога. Сейчас на маркетплейсах можно купить в таком виде этот набор. То есть без всякого рода литературы, без упаковки, на литниках. Лет самим придется, но так, чтобы знали. Сейчас я отделю от литника и детально покажу, что из себя представляют эти фигурки. Мне не хочется заморачиваться со склейкой, поэтому немножко потерпите. Кому интересно смотреть, как я скусываю с литника фигурки, промотайте немного вперед. В принципе, материал такой гибкий пластик. Можно даже и пальцами, но здесь вот слишком близко перемычка самой фигурки отрежу ножницами. Так, немножко неаккуратно, но тем не менее. Вот гибкий пластик. Кстати, видно по их шпагам. И несколько изогнуты. Так, ну начну. Первая фигурка. Фигура в плаще. Шляпа с пером. Усы, борода. Ботфорты. Шпага. Ну, в общем, мушкетер. И, кстати, рота, она соответствует. Они же были согласны Дюма. Рота королевских мушкетеров. Ну, как я понимаю, это исторически верно. Изначально именно рота была мушкетеров. Конечно, 5 фигурок это не рота. Но что мешает купить 20 таких наборов? И будет рота. Мушкетеры они были, потому что кроме шпаг еще были вооружены мушкетами. А из фигурок только вот это имеет вооружение. Какое-то огнестрельное оружие. Как-то оно замылено. Особо по нему ничего не скажешь, но тем не менее видно, что это мушкет, это не мушкет, но какое-то огнестрельное оружие. Так, кстати, кресты тут разные почему-то. Разные формы. Также весьма усатый персонаж. Ну, что ж ты не фокусируешься? У него какая-то укороченная шпага. В отличие от всех остальных. Может быть, это проблема с формой. Но шпага больше похожа на дагу какую-то. На парную шпаге. Кинжал. Но зато у него есть огнестрел. И тут вот мешочек. Может с пулями, может с порохом. Так что вполне себе мушкетер.
Еще один усатый персонаж. Шляпа с пером. Так, а ну вот это вот облойчик. Ну, ладненько. Потом уберу. Тоже короткий плащ. Ну, кривоватая такая шпага. Но это уже форма такая. Сложно было получить что-то прямое, видимо, поскольку он налегает на плащ. Не очень удачная отливка. Еще один мушкетер. На плаще ничего. Впереди. Да что ж ты будешь делать? Ну, видимо, какой-то крест там есть. Спокойная поза. И, наконец, пятый персонаж. Ну, в какой-то фехтовальной, можно сказать, позиции. Или, может, он так приветствует покупателя. Шпага, опять-таки, кривоватая. Похоже на саблю. Но это из-за мягкости материала. Вон она. Теперь можно выправить. Также плащик коротенький. Один из старых наборов. И, кстати, сейчас я покажу его в сравнении с более новыми наборами. Да, и в камеру я вижу, что они чисто зеленые. На самом деле они какой-то такого сине-зеленого. Больше, конечно, зеленого, но и синий какой-то присутствует тоже. Цвет этого пластика. Так, и не помню, сказал ли я, но рота Версаль — это отряд гильдии вольных стрелков. Так, ну а теперь для сравнения сравним его с фигуркой орка. Вон видно, насколько выше фигурка мушкетера по сравнению с орком. Ладно, орк вроде как в некоторой позе, поэтому сравним его тоже с фигуркой, которая согнуты ноги. Но все равно орк ниже. И только вот с этой фигуркой, у этой фигурки, которая очень хорошо сильно согнуты ноги в колени, и то немножко повыше. Ну, вот такие вот пять мушкетеров. Если это три мушкетера, плюс Д'Артаньян, ну и плюс, наверное, де Тревиль. Больше я никого из романа из мушкетеров вспомнить и не могу. Спасибо за просмотр.